В этом видео мы посмотрим на экран и его качество. Собственно, разблокируем. Выбираем любые картинки. Вот у нас есть качество экрана. Загружается. Мы пока отключим подсветку. И делаем яркость тише, чтобы натуральный был цвет. Вот. Вот сейчас нормально все. Яркость сейчас включена, насколько я понимаю, тоже на всю. Вот мы заходим в экран. Яркость, и видите, на всю. Ну, не скажу, что очень сильно яркий дисплей. Так скажем, чуть выше, чем средняя яркость. Но видно хорошо. То есть, вот прямыми углами все отлично. Запускаем. Вот видите, у нас браузер был открыт. Мы его закрываем. Открываем картинку. Что я могу сказать? Цвета неплохие. То есть это, ну, надо характеристики вам, во-первых, сказать, да? Это TFT LCD матрица, 16 миллионов оттенков цвета, 480 на 854 пикселя и 4 дюйма дисплей. Ну, в общем, такие стандартные показатели. Под прямыми углами все хорошо, но если мы начинаем наклонять, вы видите, что у нас уменьшается контрастность. И вот видите, что происходит. То есть изображение немножко теряет контрастность, и, конечно, это неприятно. Вот такими углами тоже. Что еще неприятно, это малая глубина черного цвета. Вот я вам показываю под различными углами. Вы видите, что идет свечение. Это не яркость увеличивается у меня здесь, экспозиция. Экспозиция у меня сейчас стоит на одном месте, так скажем. Я ее выкрутил вручную. И видите, вот здесь вот идет подсветка. То есть вы можете посмотреть потом в тесте экрана на сайте потом, что разница все-таки видна между обычными дисплеями, там, я не знаю, Super AMOLED или вот этим дисплеем. Вот здесь вот видна подсветка под различными углами. Я понимаю, что многие скажут, да, нам как бы и все равно, но я люблю просто натуральный чистый черный цвет. Ну, если сильно не придираться, то вы видите, что в принципе все неплохо. Единственное, вот, цвета, конечно, чуть хуже становятся и уменьшается контрастность. Давайте еще какую-нибудь картинку. Вот, показательная тоже. Под прямыми углами все отлично. Наклоняем. Правда, здесь не очень-то и видно это. Наверное, надо на вот такой типа фотки. Вот, видите, что происходит. Ну вот серый цвет, чистый серый цвет. Вернее, градация. И все цвета. В целом, экран очень даже неплохой. Единственное, конечно, углы обзора не очень большие и глубина черного цвета тоже не важная. А так, хороший экран, чувствительность у него нормальная, поддерживает максимум 2 касания. Вот вам 2 касания, полноценный мультитач. Вот, то есть можно играть, например, в игры, и все будет хорошо. Все, всем спасибо, пока-пока.